Конечно, нужно отметить активность жителей Бурятии. И явка уже на сегодня, на сейчас, предварительно более 40%. Это хорошая явка по сравнению с предыдущими выборами тоже. И я бы хотел всех жителей Бурятии поблагодарить за то, что они пришли на избирательные участки, за то, что проявили свою волю, отдали свой голос за своего кандидата и показали достаточно хорошую явку по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, в которых тоже сегодня проходят выборы. На Курде у вас более 90%. Вы сами ожидали такой результат? Ну, такого высокого, конечно, нет. Ну, такой высокий результат налагает и высокую ответственность. То есть дальше уже не может быть выше, ты может быть только ниже. И надо работать, не покладая рук, для того, чтобы просто оправдать доверие людей, потому что это карт-бланш. Это такое доверие на то, что будут изменения, будут реализовываться те заявленные планы по улучшению жизни в республике. И, конечно, после выборов все только начинается. Только работать, а работать. Тогда, во-первых, ну, если коллеги не хотят ничего спросить, я спрошу, какие будут первые шаги, естественно. И, знаете, вот, изменился ли ваш взгляд на руководство республикой вот с того момента, когда вас назначили? И теперь? Конечно, изменилось. Во-первых, я совсем по-другому познакомился с республикой, с людьми, с жителями республики. Да, мне кажется, я полностью проникся духом, там, и проблемами, и чаяниями, и радостями республики. И я по-другому теперь понимаю, что нужно делать, как надо делать, с кем надо делать. Поэтому, ну, конечно, мне все поменялось. Я всегда же думаю, что ты такой умный и все знаешь. Потом пообщаешься с людьми, понимаешь, что знаешь не все. Работать и работать. В том числе и над собой. А первое решение? Ну, правительство уже заняло в ожидании кадров перестановок, журналистов в ожидании новостей? Ну, конечно, перестановки будут, но они будут там не такие кардинальные, но перестановки будут. Ну, я опять пользуюсь случаем, продолжаю. Скажите, пожалуйста, на какой-то момент вы не пожалели о том, что нет очень сильного соперника на выборах, чтобы еще интереснее было? Конечно, был бы сильный соперник, азарт борьбы было бы, наверное, больше. Но спокойствие и чистота выборов в данном случае важнее. И вот то, как выборы прошли, с минимум там, разных там, скажем, нечистых технологий, это, конечно, хорошо. И то, что выборы прошли спокойно, не внесли какой-то раздрай, раскол в общество, мне кажется, это более важно. И то, что теперь сейчас с такой консолидированной поддержкой, это значит, что и решения, которые будут внедряться, они будут более согласованно реализовываться. И это важно. И это более важно, чем какие-то мои личные амбиции там, посоревноваться с сильным соперником. Все-таки важен результат для республики, а не для моего там, самоудовлетворения. А как думаете, на явку это не сказалось? Но 40% это так, на грани. Хотелось бы все-таки больше активности граждан. Как показывают предыдущие выборы разные, в том числе и в конкурентных условиях, и там с сильными и слабыми соперниками, и с большой конкуренцией, все-таки у нас 40% это такая явка, которая не на всех выборах и достигалась. А сейчас у нас чуть-чуть больше 40 даже получается, то я думаю, что это все-таки хорошо. Тем более мы понимаем, что у нас есть условия, то, что сейчас последние теплые дни, в общем-то, люди кто картошку копает, кто решает свои насущные вопросы. Поэтому особенно ценно то, что люди все-таки пришли. И я повторюсь, хочу отдельно поблагодарить всех, кто пришел, высказал свою позицию, проголосовал. И достаточно высокий процент явки, повторюсь, по сравнению с другими субъектами, у нас достаточно высокий процент явки. Это дает карт-бланш на решение многих вопросов. Как у вас в Бурятске? Присягу скажете произносить? Ну вот произнесут, проверите. И в последнее время очень много, буквально у вас каждый шаг сопровождался СМИ. Мы можем рассчитывать на такую же открытость в дальнейшем? Безусловно. Вообще строю свою работу в открытом режиме, потому что кулуарные решения больше вероятность содержания ошибки. Чем более открытое решение, тем больше оно подвержено критике, обсуждению и упреждению неверных шагов. Вначале гораздо проще исправить, чем потом
переделывать то, что-то было сделано не так. Даже если, допустим, на мой взгляд, какое-то решение, ну, очень правильное, но оно не поддерживается людьми, то его незачем делать. Поэтому все-таки нужно сделать так, чтобы твои решения поддерживались людьми. Потому что все-таки работаешь для них, не для себя. Последний вопрос. В период, когда вы были кандидатом и исполняли обязанности только, вы сдерживали себя? Вот теперь мы после выборов, после того, как вы уже теперь глава республики, увидим настоящего Алексея Самбуевича? Или вы такой и есть, как все мы видели вас эти последние полгода? Ну, буду ли я кричать или ходить? Нет. Буду ли я там махать шашкой там, или топать ногами? Нет. Но то, что я буду настойчиво реализовывать все задачи, это да. И я не думаю, что требования, сказанные тихим голосом, или требования там, с надрывом глотки, разные. Все-таки, мне кажется, задача в том, чтобы решать проблемы, а не там, гонять людей по кусочку.